Слушаешь? Конечно. Здравствуй. Здравствуй. Як справи? Чудово. Добре, файн. І звідки? З Тернополя. А, з Тернополя, понял. Ну що ти? Розказуй, як там діла, брат? Потихоньку. Ти в якій стороні? Тобто Росія, Україна, тобто як у тебе? Как в какой стороне Россия, Украина, я не понял. Ну ты за Украину, против России или как? Или за Россию, против Украины? Все это очень правильно первый раз сказал. За Украину, против России. Ага, ну и что, как у вас там? Кого ждете? Просто я тут общаюсь со многими ребятами, и вот они ждут там 80 дней чего-то, да, то, что не приходит. Вот, я не понимаю, зачем вы столько дней там находитесь и чем вы там занимаетесь. Может быть, к семье там пойдете, потому что смысл сидеть дальше я там не вижу. А я не знаю, кто кого ждет. Ну вот я вижу, там я с базами разными общался, там, Запорожье там, и так далее. А они, я говорю, что делать? Сидим, ждем. Я говорю, кого? Они говорят, ну ступли. Я говорю, какого? Сколько дней ждете там? Еще там 53 дня было. Вот ждут 53 дня, чего ждут, я тоже не понимаю. Да вы все равно Америке отдаете, какая разница. То есть вы же не сами не кушаете это зерно, вы просто сами отдаете другим странам и смысл. А нам надо будет это зерно отдать за то, что нам поставляют оружие. Сергей. А ты Илюху не знаешь оттуда, Мурмица? Как? Илюха Мурмиц. Илюха Мурмиц, откуда? В Тернополе он. Ну, я родился в Тернополе, а живу сейчас в Черниговской области, город Канатон. Угу. Просто вот Илюха тоже у меня там, братишка есть. Не знаю. Ну, вот этого типа ты не узнаешь? Первый это раз. Серега в молодости. Тернополь, 1,5 миллиона населения, как узнать? Ну как? Обычно. Ну здравствуй, да, братишка. А? Ну здравствуй, братишка. Ну здравствуй, здравствуй. Ну что-то я тебя не узнаю. Артём Молодько. Как? Артём Молодько. Молодько. Не узнаю. Ну месяц тогда там были. Подожди, а ты сам был когда в Нижневартовске? Не был в Нижневартовске. Не был ни разу. Понял. А так Илюху ты не узнаешь, да? Не узнаю. А ну покажи эту вторую фотографию. Сейчас, брат. Ёпта. Нормально. А можешь мне перекинуть эту фотографию? Да, скидывай номер свой. Как его скинуть? Ну тут в чате напиши номерочек свой. С телефона можно тоже написать? Да, откуда угодно, брат, можно написать. Ты этих людей, да, знаешь вроде? Ну, конечно. Я тебя что-то не узнаю. Ну, ты напиши, потом мы познакомимся с тобой. Номер. Как его писать здесь? Ну, там чат есть, чат. Там снизу. И так печатаешь цифры и все. А ты Ваньку Грошка звідки знаешь? Грошка? Горошка. Ну, горошка. Ну. Ну. Откуда у тебя эти фотографии? Ну, в смысле откуда? Ты что? Артём Молодько, как ты мог забыть? Я
вообще... Я сейчас на новой работе, в новых структурах работаю. Устроился на работу новую. Артём Володька, а куда ты приезжал? Ну вот, сейчас я скоро буду уже у вас примерно, в Тернополе. У нас тут работа есть. ФСБ. Ну, кепка ФСБ, это что, Америка? Да. А ты их до сих пор не понял? А не, Россия, какая Америка? Америка, ты что? Какая Россия? В России ФБР, в Америке ФСБ. Я перепутал что-то, наверное, в Америке. В смысле? Серьезно тебе говорю? Наоборот. Запомни раз и навсегда, Серёж, то, что ФСБ, оно везде. Это раз. Везде. Везде быстрее будет. Да нет. Я тебе серьезно говорю. Так ты будешь номер телефона скидывать, брат? А я же говорю, что ты подозрительный тип, блядь. Почему подозрительный? Молодька. Артём Молодька. Что-то ты пиздишь.